28 что у нас, апреля. Прибыли на болото. Приехали во сколько мы? В час ночи? Угу. Да, дядя Коля, ну-ка посмотри сюда. Да-да. Сейчас 4 утра. Никого. Ночью был один гусь и один лебедь. И те улетели. У нас первые птички летят. Два журавля. О, какие красавцы. Два журавили. Полдесятого стрелялись по гумешам. Вот одного добрали. Вот первый. В этом сезоне у нас первый. О. Здоровяк. Ну. Стреляли по расстоянию. Опять Димас, ты отличился. Что, метр 60, да? Да. Бацали. Сидячих стреляли. Сидячих сели. Что ты? Вот. Здоровый. Ну, самцов похлопали. О, болото. Хвощи. Короче, наступил второй день охоты. Навалило снегу 5 сантиметров за ночь. Дует север. Ни хрена нету. Мы с Николаем решили ехать домой. В сторону дома. Пока лед на реке не унесло. Видели 3 гуся за весь день, за все утро сегодня. Все улетели на юг обратно. Ну вот и все. Прибрались мы в избушке. Охота у нас закончилась. Ну, не факт. Не, ну, пропел, я имею в виду. Она только начинается, мужчина. Тут розетка была, боя. Значит, это, по-моему, проиграть. Поедем в сторону дома. Там видно будет, может, еще на другое болото заедем. Нам главное реку перебраться. И все. Так, на улице все тает. Завтра гусь полетит, а мы домой, как всегда. Все, в путь. Чё? Чё давай? Ух ты, а! Ух ты, ах ты! Нормально перескочили. Приехали до реки. Сейчас Николай оденет жилетик. Изъявил желание первым штурмануть реку. Сделаю. Снегом завалило лед. Не видно там какой. Дороги не видно старой, которая намерзла. Так что будем штурмовать ее вслепую.
вот все, прибыли домой. Все, давай, дядя Коля, пока. Давай.